Всем привет, дорогие зрители, с вами Icy Ghost, и мы продолжаем проходить Resident Evil Revelations 2. Что ж, здесь я вроде все пролутал, в прошлый раз, да. И пойдемте дальше. Посмотрим. Так, ну а здесь у нас лифт спускается. Чувствую я не к добру это. Да, я даже к лифту не подошел. Ладненько. Аккуратно подходим к лифту, а тут-то... Нио? Ну да. Клэр, ты подошла от него. Он, блин, чем-то болен. Нио! I did what I thought was right. It wasn't. Руки убери, ты заразный, блин. Да блин, что, серьезно? Власть? Ну-ну. Вымахал как, а? Махина какая. Ну ничего, свинец все исправит. Сейчас ты у меня власти столько получишь, блин. Какой отвратительный, противный, блин. Фу. Блин, да, здоровый, однако. Ладно, все, давайте. Так. А ну, улыбочку. Так, от Мойры отвали. Ой-ой-ой. Так, а как тебя убить? Ух ты, ё-моё. А ну-ка, братишка, улыбочку. А ему все равно, а? А что ж делать тогда? Блин. Чё ж ты не отбежал, а? Я ж вроде нажимал все. Вот так вот, а? Не нравится? А я еще раз делаю так же само. А, что это было? Подорвался, да, случайно? Смотрите, как он покраснел. Так, блин, ух ты, жесть, как, а? Так ты чё, огня боишься? Интересно. А ну-ка повернись ко мне вот этой штуковиной. Окей.
Так, перезарядиться бы нам не мешало бы. Вы смотрите, какой быстрый, а? Он уже здесь. Так, если ты, друг мой, огня боишься, тогда лови вот это. Мойра, ну не ходи ты за ним. Сейчас. Так, 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 так. Самое главное, держи дистанцию. Не-не-не-не-не-не-не. Так, смотрите, а ему все равно. А может это исправить ситуацию? А ну-ка, скажи мне что-нибудь. Ну, вы смотрите, ему все равно. Блин, а что же делать тогда? Нужно спускаться, я так полагаю. У меня лично все коктейли Молотова закончились. А ну-ка, иди-ка сюда. Здоровило. Ну, давай-ка. О, жарковато, да? А ну-ка. Вот так вот, не попал, отлично. Замечательно. Так, как бы тебя еще раз приманить бы сюда? Да его особо приманивать не надо, тупоголовая. Так, 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 есть. Отлично. Так, что у нас тут? Патроны к магнуму, да? Смотрите, я только сейчас загорелся, а? Ты уже определись, друган. Сейчас я его с магнума попробую. Ладно. Так, ой, то что ж ты делаешь? Блин, я не хотел. Ну ладно. Спрыгнули, так спрыгнули. Так, патронов у нас не так уж и много, нужно экономить. Что это за гадство? Сопли какие-то, блин. Фу. О, так, патрончики. Давай-ка сюда. Мне это пригодится. Так, а где, собственно, наш товарищ? А, вот иди. Ну, пойдем-ка. Вот сюда. На меня внимание обрати, я здесь. Отлично. Куда ускакал? Да нетушки, не попадешь ты по мне. Так, а ну-ка иди-ка сюда. Не, промазал. Мазила, однако. Ну, давай-ка, сюда подойди. У меня тут для тебя сюрприз. И... давай, давай. Не стесняйся. Блин, выстрелить что ли в тебя? Ну никак не обращает внимания, не хочет. А, отлично. Вот так вот. Что ты только что сказал? За БДВ что ли? Вот это ты разошелся, конечно. Так. Давай-ка сюда. Где ты там? Не вижу. А, вон ты где. А ну иди сюда. Давай, давай. А хотя подожди. Я тут пособираю маленько. Давай, иди сюда. Ой-ой-ой-ой, да что ж ты так бьешься сильно?
Я даже убежать не успел. А ну-ка давай. Вот так вот отлично. Ну что, готов? Нет? О, отлично, горит. Давай, гори, гори, гори. Ну, перезаряжайся, Клэр, давай. Вы смотрите, а? Он умирать не хочет. А что ж делать? Это мне не особо нравится. А ну-ка попробуй-ка сюда подойди, давай. Ах ты ж. Это было неприятно. Ладно. О, еще одна, давай иди сюда. Вот так вот, отлично. Блин, разозлился-то как, а? Что, готов? Да я тоже, веришь, нет? Все, положили, отлично. Вот так четенько, красавчики. Так, ну что, погнали вверх. Я полагаю. Собирать больше ничего вроде не нужно. Вернее, нечего собрать нам, полутать. Да, что это такое? Да ладно, не гоните. Вот эти лифты ненадежные. Ах ты ж живучая тварь, блин. Мойру отпусти ты, мудак. Да, блин, по руке в глаз ему штрикни, блин. Глаз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. С такой-то высоты падать. Неприятно. Очень даже неприятно. Да сколько можно? Что ж ты такой живучий? Переключить персонажа зачем? Ну, давай, Мойра. Не, ну если надо, так. Ну, давай уже, выстрели в него. Отлично. Ну не такое же, но и страшное, Мойра, это оружие. Nothing will come between us now, my sweet. You and I will be good friends. Наталья. We'll know each other inside and out. Так. Точность 81,9. Неплохо. Очень даже неплохо.
Да, боже, сколько всего посыпалось, а? Может, хватит? Получено 2 головы лучше. Может, 2 головы лучше? Ой. Ну и дают они, конечно, жесть. Так, ну, поехали далее. А, так, что у нас здесь? Настройка навыков. Давайте это. Ну, я так полагаю, это. Так. Все, далее. Самым сильным светом можно рассеять мир. Может быть. Что это за место? А, ну да. Боже, такое личко перепуганное. Ой-ой-ой, какая красотища, фу. Что, серьезно? Алекс Уэскер? Алекс Уэскер. Что ж с тобой случилось? It can't be the same woman. Where's Moira? What have you done with her? В смысле? А ну обоснуй быстро. Барри, а ну всади ей. По полную. Ой-ой-ой-ой. А чё ж так много, а? Так нечестно вообще, я не хочу сейчас. Я не хочу с ними всеми сражаться. Не-не-не-не-не-не-не, вы чё? Блин, нужен план Б. Нужен план Б, срочно. О, выход. Отлично. Ну да, Барри. Не нужно быть таким глупым. Все, погнали, погнали. Ух, как прищемило, а, одного из них. Отлично. Всех засыпало. Только бы самое главное, чтобы нас не засыпало. Ой-ой-ой. Все живы, все здоровы. Наташка не ушиблась. Похоже, слегка ушиблась. Can you walk? Ай, бедняга. А, ну, ну, вариант. Ну, Барри, ты красавчик. Наташка вся такая растаяла прям. Да. Так, что у нас здесь? Was Alex Wesker. She's responsible for the experiment 6 months ago. They called her the Overseer. She took Moira away from me. And now I'll never get... And all for fucking what? I'm sorry. It's okay. She said she was going to be reborn. Reborn how? With a virus? Why did she need my little girl? Doesn't make any sense. I'm sorry, I can't remember anything else. Ой-ой-ой, не-не-не, Наташка, потише. It's my problem, not yours. Just take it easy. Не напрягай свою маленькую голову.
Так, так, так. А я не пойму, что тут. Просто идти надо весь уровень или что? Да, Барри он крепкий какой. С ним, конечно, все нормально. Эй, летучие мыши тут. We tried to be. Moira and I fought a lot. Even after she grew up. Was it because she used bad words? No. She just did that to tick me off. I'm the one that drove us apart. I messed up real bad as a father. She and Polly were playing in the house. I forgot to lock up my guns. And Moira, she... Polly had an accident. Was it Moira's fault? No. It was mine. But I raised my voice at her, and I guess I never really got around to taking the blame. Polly survived, thank God. But not me and Moira. We started drifting apart. I think she still loved you. I appreciate you saying that. I'll tell you this much. I couldn't save her. But I'm gonna save you. I promise I'll get you off this island. I know. Thanks, Barry. Это монстры. It's okay. I can walk now. Все, ты можешь идти? All right, partner. Ты уверена? Down you go. Крепкая Наташка вообще. Молодчага. Патронами у нас, конечно, худо. Ну ладно. Чё сверкнуло? Я это услышал. Где? Что, что, что? Блин, я ж слышал что-то. Такой дин. Звоночек прям. А ну-ка, Наташка. Давай-ка чуть-чуть так. Ага, стоп, 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 стоп. Где-то здесь. А, вот. Патроны к штурмовой винтовке. Надо. Пусть будет. How are we gonna get back to the surface? Так. Нам не сюда. А ну-ка, Наташа, аккуратно. О, зашибись. Еще один. Вот, блин, как... Сколько вас здесь? Готово? Есть. Отлично. Да, с Барри все нормально. Он же у нас крепыш. О, как я вас долго, давно не видал, а? Твари ползучие. Слышь, от Наташки уйди. Ты мудак. Вот так вот. Чтоб не лез к маленьким. Что у нас там? Ладно, сейчас мы сюда следуем. Посмотрим, что у нас тут. Так, гостей мы не звали. Так, а ну-ка, Наташка, давай. Глянем, что у нас тут в сундуке. Угу. Так, первая есть. Вторая тоже готова. И третья. Также. А, так, Барри, это тебе. Патроны к пистолету. Как раз, кстати. Так, что у нас наверху? Давай-ка глянем.
Представляете, ничего. Ой-ой-ой, лезут, лезут, лезут. На, тебе и тебе. Еще желающие есть? У-у-у, вот так вот. Готов. Ребята, вас многовато тут. Еще один, блин. Да сколько можно? Да сколько вас здесь? Вот так вот. Встанешь, убью. Что у нас здесь? Кирпич. Ну ладно, кирпич. Кирпич нам не нужен. О, мы там сюда в прошлый раз забраться не могли. Теперь заберемся. Так, патроны к магнуму, большая редкость. Такс. Кто встал? Лежи и не двигайся. Ой, да сколько вас тут, блин. А что это у нас тут? Не, Наташка туда лезть не хочет. Да и я бы не полез. Опа-на. Штурмовая винтовка АК-47. Что делать будем? Не, ну я поменяю, конечно. Че, дурак, что ли? Вот так вот. Теперь у нас калаш есть. Вообще круть. Тетя тоже прикольная была. Ну ладно, Барри. Я думаю, ты не против. Не против того, что мы поменяем немного. Не, ну калашик смотрится-то как. Хорошая штука. Так, не, на вас я патроны тратить не буду. Не заслужили. Такс. Ага, ну да, здесь мы открыли тогда еще. Тут нам делать нечего. Ну, пойдемте дальше. Так, там ящичек. Или мне показалось? Ай, блин, показалось. Тихо, тихо, тихо. Уйди от меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Помнится мне эти штуки. Наташка, помощь нужна. Где ты? Где Наташка, я не пойму, блин. Давай слазь оттуда. Эта тварь рядом. Где, где, где? Так, тут что-то наверху было. Отлично, патрончики к пистолету. А это у нас... Да где ж ты? Что-то сколько я раз в него попал с калаша. Что-то калаш слабенький. Надо будет его улучшать. Тут открыто.
Ой-ой-ой. Чё, дед спит? Yeah. Да, заснул крепким сном. Бедняга. А что тут делает? Что это, смартфон? Смартфон или планшет? Смартфон. Да еще и Мойры. Оказывается, а что он переставил? Симку? Ну, по всей видимости, симку или флешку. Так легко переставил вообще. Капец. Барри, держись. Самое главное, не унывай. Все будет нормально. Let's go. Вот это верное решение. Вот это ты красавчик. Да, чувак, мы тут всех разнесем. Что это у нас? Дневник старика. 19.07.1988. Мне надо развивать навыки письма. Буду каждый день вести дневник. Пишу каждый день, но у меня нет слов. Но теперь есть важная причина. Сегодня на свет появился мой первый ребенок. Ее мать назвала ее Ириной. Так звали мою бабушку. Я против, но не могу переубедить эту упрямицу. У нее глаза и нос отца, а рот матери. Мы вырастим девочку здоровой и сильной. В этом году на острове снова хорошая атмосфера. Добыча идет хорошо. Сейчас мне живется довольно хорошо. Хочу, чтобы и Ирине жилось так же, когда она станет старше. Это теперь моя родительская обязанность. 19.07.94. Ирине уже 6. Уже 6. Как время летит. Она так любит копировать мать. Мать это терпеть не может. Наверное, потому что дочь ее копирует идеально. Крошка очень умная, любит математику. Ее бабушка тоже математику любила. Улыбка Ирины помогает отвлечься от волнений. В шахтах стало опасно, и теперь они не переносят денег. Состояние острова уже все ухудшается. Может, и я без работы останусь, но сейчас не время волноваться. Этот остров наш дом, и я хочу его передать крошке в хорошем состоянии. Это теперь моя родительская обязанность. 19.07.2000 год. Ирине исполнилось 12. Она уже бунтует, с каждым днем все больше. Она похожа на мать. Не понимаю я женщин. Теперь я ее смущаю. Пока ей не понадобятся деньги или помощь. Кстати, о женщинах и деньгах. На остров прибывает одна женщина. Обещает восстановить промышленность. Теперь у меня есть работа. Я помогаю строить новый объект в шахте. Я думал, что шахте конец, но она нашла для нее применение. И ее все обожают. Зовут спасительницей, покровительницей. Мать всегда мне говорила: не верь людям с деньгами. Бедный рабочий надежнее богатого капиталиста. Хороший совет, но богатая женщина нам помогает. 19.07.2008 год. Сегодня 20-летие Ирины. Мне бы праздновать, а я волнуюсь. На следующей неделе она пойдет работать в шахты. Я был против, но крошка меня слушать не стала. Она уже много лет не слушает. Зачем делать это сейчас? Ирина упрямая, прямо как отец. Так она всегда говорила. Думаю, она была права. Неужто уже год, как ты от нас ушла, дорогая? Не верю я людям на объекте. С ними что-то не так. А остальные считают меня упрямым стариком. Может, и Ирина тоже. Но я знаю, что прав. Надеюсь лишь, что Ирина это очень скоро поймет. 19.07.2009. Ирину я не видел уже почти год. С нашим домом творится что-то плохое. Люди заболели. Другие вещи я не могу объяснить. Знаю все это из-за той женщины. От нее пахнет злом. Это место должно было стать Ирине домом, но уже поздно. Я покидаю этот город. Все. Но остров мой дом. Я не уйду. Идти некуда. Пойду в канализацию. Там я останусь. Ситуация ухудшится. Я это знаю. Ирина, держись, я тебя найду. Обещаю, крошка. Кроме тебя, у твоего отца ничего не осталось. Вот так вот. Да. Так, что у нас здесь? А у нас ничего. Ничего мы улучшить не можем. Let's get out of here first. Stay close, okay? Блин. I will. Ничего себе, блин. Зачем так орать?
Ну, давай двигаться дальше, блин. Такс. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Угу. Ребята, у нас здесь все та же канализация. Честно говоря, она меня уже достала. Так, ладненько. Что у нас здесь? Ничего? A dead end. Looks like we can open the sluice from higher up. Ага. Ну, мы тут пройти можем. Барри, оставайся. А мы пока сходим. Что-нибудь проверим обстановку. Посмотрим, что да как. Так. Наталья, can you open the sluice from that side? Okay, hang on. А, вот шлюз. Ну, отлично. Так. Покрутишь сама. Какая Наташка сильная. А ну что там уже. Я не знаю. Заржаветь должно было. Уже там ржавчиной покрыться. Заклинить давным-давно. Оно еще крутится. И довольно легко. Good work, Natalia. Keep it up. Ну погнали. Этот зомбак не встанет, надеюсь. Вот так и лежи спокойно. Я тут аккуратненько сейчас пройду. Так, Наташка, открывай, бегом. Бегом открывай. Ах ты ж гад. Ну, не видать тебе пощады. Барри обижают. Сейчас дядя Барри разберется с этим плохим зомби. Вот так вот. И все, нет зомби. Так, винтовочные патроны. Давайте пистолет перезарядим. Так, ну что у нас остается только. Так, а что было иного? Чуть я не совсем понял. Может, послышалось. Так, наконец-то откроем этот шлюз. Так, есть. О, ребята, да вы гоните. Один есть. Второй. Третий. Минус 4. Э, тебе что, мало? Вроде в голову стрелял, блин. Ему мало. Зачем мне эти пахучие дымовой порошок, пахучие химикаты? Кошмар. Так, пустая бутылка. Насобиралось у нас их немало. Давайте-ка. Так. Сделаем себе траву. Пахучий. Так, передадим Наташке. Это тоже. Это тоже. Все. Пока что нормально. Калаш как много патронов вмещается. Вообще жесть. Так, погнали дальше. Блин, а тут по идее вот эти вот скидывать можно было и просто их подрывать. А я на них патроны тратил. Блин. Там Барри не прищемило случайно. Barry, shoot this thing in my way. Да, неплохо. Ограду твари назвала. Так-то.
Да, спасибочки, спасибочки. Да слышим, мы слышим, Барри. Ой-ой-ой, это что только что было? Так, а ну-ка идите сюда. Давайте, давайте. Сюда, сюда, ребята. Ну ладно. Достанет, надеюсь. Отлично. А я не понял, как они ко мне так подобрались? Их же вроде не было. Странно, вот так сюрпризы, блин. Собачки, ненавижу этих собачек. Да что же ему в голову никак не попаду? Есть, готов. Какой живучий, а? Умри ты наконец-то. Да. Так, что у нас здесь? Спирт. Патроны к штурмовой винтовке. Так, это радует. Так, тебе лежать. О, встал. Спящая, блин, уродица. Так, Наташка, давай-ка продвигаться дальше. Потихонечку. Барри, I need your help. Отлично. Хорошо сработано, Барри. Блин, да кто там встал? Так вот, лежи. А что это у нас там? Ну, смотрите, как припрятали, а? Хорошо, что заметил. Так, что здесь у нас? Так, первый замок есть. Второй тоже есть. Ну так бы всегда с первого раза угадывать. Было бы хорошо. Что здесь у нас? Патроны к штурмовой винтовке. Ну неплохо. Так, а что у нас тут? Тупик? Ну да, представьте, а. Ой, еще один зомбарь. А ну-ка, отвали оттуда. Так. Ничего тут... Ага, припрятали. Рубин. Да зачем мне ваши рубины? Блин, ну толку с них, с этих рубинов. Ой-ой-ой. Барри, 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 нужна твоя помощь. Где, где? Не вижу. А, он ползет. Готов? А, поджарился. Так тебе и надо. Что там? Ага. И тут тоже. Представьте, а. Так, Барри, давай-ка пройдем вперед немножко. Патроны к пистолету. Очень даже.
кто там? Ненавижу. Может, не надо? Где Наташка? Где? Ага, вон она. Готова, нет? Вот так вот. Умри. Так, ладно, дорогие друзья. Давайте на этом приостановимся. Продолжим уже в следующей серии. Так сказать, пробираться через эти уже надоевшие... Просто они достали меня, эти канализации. Уже видеть их не могу. Ну ладно. Ну, а напоследок, что я могу сказать. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять свои комментарии. С вами был Айсигиос. Увидимся в следующей серии. Всем пока.